У нас на территории Югспорта сейчас проходят 3 соревнования, причем важнейших соревнования, самых крупных, которые есть в календаре на 22 год. Чемпионат России в олимпийских классах, он же финал, заключительная серия Кубка Содружества, в которой участвует еще и белорусская команда. И здесь же еще и проходит первенство. То есть это самая ответственная регата, и мы как судейская коллегия хотим обеспечить самое лучшее судейство, которое только может быть.